Ювентус – это Ювентус, Роналдо – это Роналдо, чердак прогнозов – это чердак прогнозов. Всем привет, это metaratings.ru. В нашей рубрике мы отлежем над прогнозистами и сегодня посмотрим на матчи Лиги Чемпионов. Элизабет! Всем привет, большая игра английская в Лиге Чемпионов, туда что? А вам Денис Казанский никого не напоминает? Посмотрите внимательно. Какая-то пара пересечься. Я думал, что Юнайтед Ливерпуль это был. Я, короче, думаю, если Денис Глушаков не угробит себя, то лет через 10 будет похож на Дениса Казанского. Завтра понедельник, завтра все выходят. Госдумы нах! Итак, что с прогнозом? 1x Тоттенхэм не проиграет в первой встрече с Манчестер Сити. Хардвор. Меня зовут Роман Гудсайд. Роман Гудсайд среди лиан каких-то забрался и сейчас будут жарить свой прогноз Аякс-Ювентус. Так что мой выбор на эту встречу — это победа Ювентуса. Желаю всем удачи. Роман, держи банан. Напомню, Аякс-Ювентус, счет 1-1, Роман промазал. Смана ставок. А мы приветствуем вас. А он мне напоминает рыжего из Иванушек Интернешнл. Смотрите. Тоттенхэм на новейшем стадионе принимает Манчестер Сити. Обе забьют с коэффициентом 1,5. О, какие красотки. Красоток будем смотреть? Конечно, будем. Так. Всем привет. Вы на канале прогнозы на футбол от Антоныча. Антоныч, где красотки? Мы тут с пацанами собрались, и ты нам такую подставу кинул. Может, дальше будут? Нихера. Короче, даже не будем тебя смотреть. Всем привет, дорогие друзья, с вами Анастасия и... Я понял. Помните, в прошлом выпуске чердака прогнозов один придурок на крышу залез и там мазал со ставками? Короче, поломали тачку у деда, вот уже и ремонтируют. Ого, какой чувак. Замерз, что ли, родной? Смотри, шапку надел, воротник натянул, шарф еще Манчестер Юнайтед повесил. Ты форточку закрой, родной. Являюсь я болельщиком Юнайтеда или нет, Юнайтед шлепнет Барселону и пройдет в полуфинал. Вот не надо делать ставку на игру своей любимой команды. Эх ты, родной. Позвони маме, хотя бы скажи, что шапку надел. Так, это что за боксер? Прогноз на Лигу Чемпионов Аякс-Ювентус. Ты прогноз будешь сегодня делать? Хорош! Рокки! О, услышал. Здравствуйте. Здорово. Вы подписчики и зрители моего канала. Ведем сегодняшний репортаж из спортивного зала, как вы видите. Это спортивный уголок у тебя, а не зал. Что с прогнозом Аякс-Ювентус? Ну, в общем, что называется, моя ставка на Ювентуса, то есть тотал больше одного. На Ювентуса ставка у родного. Ну что ж, дорогие друзья, это был чертак прогнозов. Заходите на наш канал, подписывайтесь, заходите на наш сайт metaratings.ru. Здесь найдете топ букмекерских контор, ставки на спорт и бонусы от букмекеров и прогнозы на матчи. Всем побед, пока!